В России началась масленичная неделя. В этом году празднование Масленицы начнется 12 февраля и завершится 18-го. Масленичная неделя предвещает начало Великого поста перед Пасхой. Отмечается, что каждый день масленичной недели носит определенный смысл. Воскресенье – последний день Масленицы. В народе этот день называют «прощенное воскресенье». Ключевым обрядом празднования является сожжение чучела Масленицы, которое символизирует уходящий год и прошедшую зиму. В Кызыле по традиции мероприятия, посвященные Масленице, пройдут в воскресенье на центральной площади столицы праздничным концертом, интересными конкурсами и традиционными русскими национальными играми и забавами.